Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что сегодня получится? На экране состав команды «Хозяин». Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Итак, состав Марселя. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку? Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что сегодня получится? На экране состав команды «Хозяин». Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Итак, состав Марселя. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку? Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что сегодня получится? На экране состав команды «Хозяин». Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Итак, состав Марселя. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку? Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что сегодня получится? На экране состав команды «Хозяин». Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Итак, состав Марселя. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку? Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Игра началась, смотрим. Бить тут надо. Да ну, это совсем никуда не годится. Мяч перешел к другой команде. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват.